спортивном зале Химкинской школы Лига Первых урок истории. В игровой форме здесь рассказывают об одном из самых главных сражений Великой Отечественной войны – битве за Кавказ. О героической обороне южной части страны, в которой тогда участвовали практически все народы, школьники узнают сегодня в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». К мероприятию присоединились муниципальные депутаты Юлия Ишкова и Галина Болотова. Необходимо помнить историю. Необходимо сейчас строить свою новую историю. Ведь мы понимаем, как важно сейчас понять и помочь нашим ребятам, которые находятся в зоне СВО. На эту же тему урок истории в актовом зале 8-й Химкинской школы. В театральной постановке, где актеры, ученики школы погружают зрителя во времена Великой Отечественной войны. Бомбежки, сборы на фронт и, конечно, тяжелое прощание с любимыми. Все это вместе с актерами переживают и зрители. Именно такие мероприятия, они и воспитывают патриотов, по-другому никак. Но и главное, что она сегодня нас объединила. И все, которые присутствовали, в основном это наши родители, которые доверяют нам своих детей. Вот. А мы помогаем их в этом воспитании, которое играет сейчас большую роль. Драматургию, историческую точность и актерскую игру любительской школьной труппы отмечает известный на весь мир химкинский ученый Виктор Семенов, который видел войну своими глазами. Он здесь в числе приглашенного гостя. Я слезы вызывает вот то, что я увидел сегодня. Мне тяжело даже смотреть было. За 3 месяца реализации проекта проведено свыше 300 мероприятий. Ежедневно для жителей городского округа проводят открытые уроки, мастер-классы, лекции, кинопоказы, встречи со знаменитыми соотечественниками и героями специальной военной операции. Олег Тюрин, Химки ТВ.